делюсь рецептом вкусного домашнего печенья из яблок и моркови. Это быстро, вкусно, полезно, а продукты используются самые простые. Берите на заметку. В этом рецепте нет ничего сложного, все очень просто, к тому же использованы самые простые ингредиенты. В результате получается ароматное, вкусное и полезное домашнее печенье. Оно отлично подходит для завтрака или полдника, к тому же это просто вкусный перекус. Смотрите пошаговый рецепт и готовьте с удовольствием. Из указанного количества продуктов получается 20 штук. Яблоко – 1 штука. Морковь – 1 штука. Сахар – 50 грамм. Яйцо – 1 штука. Разрыхлитель – 1 чайная ложка, без горки. Масло сливочное – 50 грамм. Мука пшеничная – 100 грамм. Мука овсяная – 50 грамм. Соль – 1 щепотка. Корица – 1 щепотка. Орехи – 20 грамм. Любые, по желанию. Количество порций – 20. Подготовьте ингредиенты. В миску для замешивания теста добавьте яйцо, растопленное сливочное масло, соль, сахар. Добавьте щепотку корицы, перемешайте. На мелкой терке натрите морковь. Добавьте тертое яблоко. Всыпьте разрыхлитель к муке. Добавьте овсяную и пшеничную муку с разрыхлителем в миску. Замесите тесто. Чайной ложкой выложите печенье на лист пергамента на небольшом расстоянии друг от друга. По желанию можно выложить сверху ядра орехов. Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Вкусное домашнее печенье с яблоком и морковью готово. Приятного аппетита!